Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 11 муниципалитетах округа. По данным регионального оперштаба, на Ямале получено 62 положительных теста на COVID-19. Четверо рабочих заболели в вахтовых поселках, еще 58 человек в муниципалитетах округа. Самое большое число заразившихся в Салехарде, там 16 человек, в Ноябрьске 13, в Лабытнангах 9, в Новом Уренгое 5, в поселке Тазовском 4 новых случая, по 3 в Муравленко и Таркасале. Единичные случаи в поселках Уренгой, Мужи и Заполярный. Всего на Ямале госпитализировано 352 пациента. Семеро находятся в тяжелом состоянии, выздоровели за сутки 16 человек.